Компьютерная игра FIFA приобрела популярность на территории всего земного шара. Ежедневно сотни людей берут в руки джойстик для того, чтобы принять участие в том или ином соревновании на зеленом газоне. Конечно же, не исключение и представители футбольного клуба «Краснодар». Это касается как игроков основной команды, так и, конечно же, воспитанников академии. Для того, чтобы выяснить, кто из черно-зеленых является более сильным и опытным в киберфутболе, было решено провести внутренний турнир FIFA 2016. На протяжении месяца шли отборочные игры, и вот пришел тот день, когда мы узнаем имя победителя турнира ФК «Краснодар» по FIFA 2016. Пойдемте посмотрим, как все происходит.